Приветствую на канале Wow Animal Life. Байдарочники заметили плавающий в реке мешок. Два байдарочника во время одной из своих поездок сделали шокирующее открытие. Когда они плыли по реке Blackstone, они заметили мешок из-под картошки. Необычная находка посеяла в них семена неуверенности. Когда они подплыли достаточно близко, их насторожили необычные звуки, исходящие из затянутого мешка. Оказалось, что кто-то нагло бросил шестинедельных щенков в мешок, а потом бросил в воду. Собакам невообразимо повезло, что они оказались настолько легкими, что не утонули. Только чудо заставило спортсменов заметить плавающую на поверхности озера мешковину, в которой были заперты крошечные питомцы. Они сразу отправились на берег, чтобы как можно скорее добраться до ближайшего полицейского участка. Там они передали спасенных щенков в руки не менее удивленных офицеров. В городе немедленно начались поиски виновного, и было объявлено, что тому, кто сумеет найти виновника жестокого обращения с собаками, будет вручена премия. На данный момент им требуется искусственное вскармливание, и не исключено, что через несколько недель все шестеро найдут новые семьи. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.